Князь, смена! Приказываю заступить на маршрут патрулирования по охране объекта всех форм собственности. Разойдись. Примерно так начинается каждый рабочий день Айдара Валиева и Юрия Пупышева. На службе во вневедомственной охране они не первый год. Рассказывают, что уже привыкли работать в таком режиме. Ежедневно вместе с ними, ни на секунду не останавливаясь, по городу круглосуточно патрулируют еще 28 таких экипажей. И вот за 2 часа патрулирования первая тревога. В одном из магазинов сработала сигнализация. Через 3 минуты силовики уже на месте. Двери им открыл сам хозяин магазина. Позорно, фамилия Кубик. Когда происходит снятие охраняемое время с органом, и он его не предупреждает нас, мы выезжаем, проверяем документы, все ли в порядке, если да, действительно хозорган, хозяин объекта, проверяем документы, убеждаемся, выезжаем, спрашиваем, на сколько времени он снял данный объект. Но даже когда сигнализация нигде не срабатывает, вневедомственная охрана патрулирует улицы и дворы. Например, поведение этого молодого человека вызвало у росгвардейцев подозрения. Они провели осмотр и попросили вытащить вещи из кармана в поисках запрещенных веществ. Ты Никаких запрещенных веществ у молодого человека силовики не обнаружили. Так они проверяют каждого, кто покажется им подозрительным во дворах или переулках. Накануне лучших из лучших наградили в честь юбилея охраны. Кому-то подарили часы, кому-то вручили награды, а кто-то в этот день получил повышение в звании. Сотрудники вневедомственной охраны только за прошедшие 9 месяцев выявили около 1000 преступлений, в том числе связанных с наркотиками, и задержали около 100 человек, находящихся в розыске. Обеспечиваем охрану общественного порядка, да, и люди видят, что эти экипажи ездят по улицам города, да. И я думаю, да, от того, что если мимо проедет экипаж охраны, да, населению нашей республики только будет хорошо и спокойно. Максим Никитин, Роман Финин, телеканал «Эфир». Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».